Фух, и теперь проход по треугольнику. Вот они. Красавцы, которые нам показывают стабильность, которые устанавливают свою эру. Na'Vi CS GO. Кто, я, говорит? Да все! Кто будет кубок поднимать? Na'Vi чемпионы Blast Premier 2021 года! Counter-Strike Castle, your champions of the full final, it's Na'Vi! Браво! Что можно сказать? Браво! Да. Отличная игра. Содержательная. Еще один этап пройден, на самом деле. Видим, что мотивации хватает у ребят развиваться, идти еще дальше и дальше. И я не знаю, когда это закончится, это вообще не важно, Алексей. Главное, что Na'Vi доминирует. Na'Vi к этому очень долго шли, они много работали. И Blast покорился тоже. И сейчас мы ждем послематчевое интервью победителя Blast Premier осенних финалов. Собрались. Красавцы, молодцы. Собрались, конечно, после такой карты дню. К тому же никто не помнит этот стрик прерванный. Это уже никому не интересно. Симпл! Вот это чувство. Вы уже привыкаете, наверное, к чувству победителя? На каждом-то турнире так доминировать. Слушай, это очень круто. Мы, конечно, проиграли Нюк, но потом смогли вернуться. Спасибо всем, кто смотрел этот турнир. Спасибо за то, что болели за нашу команду. Ladies and gentlemen, Na'Vi deserved it. Let me hear you.